Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хочу сегодня немножко подробнее рассказать вот об этом способе посева. Все поясню. Я уже в этом году сеяла, луночный способ применяла, сеяла бороздками. Но вот этот, как я его называю, квадратно-гнездовой, это самый необычный способ посева, самый трудоемкий. Ну, дольше всего я с ним сижу. Но, хоть и прибегаю к нему в крайнем случае, но все равно он выручает в том, именно в тех ситуациях, когда нужно много сортов для, ну, для на пробу. Например, много сортов, но в одном лотке. Вот здесь у меня 100 с лишним сортов. И сначала я уже упоминала о том, что этот метод хорош тем, что можно сеять целую неделю, но добиться того, что всходы появятся в один день, все дружные, все равномерные. Как это делается? Ну, когда я насыпаю землю сильно не увлажняю, разлиновываю вот эту решетку, ну, просто досточкой вот так, так и вот так. И начинаю укладывать. Вот первые три ряда в первый день я уложила. Потом было некогда, начала сеять перцы, потому что это важнее, их нужно было хоть и мало, но посеять рано. Этот лоток отложила. На следующий день с Катей мы вчера вот довыкладывали все. И грунт я в это время сильно не смачиваю. Семена не заглубляю до тех пор, пока я не уложу их все. Поэтому они вот, видите, лежат, и которые 3 дня назад я укладывала, и которые вчера. Они все хорошие, все сухие, их все видно. Теперь, что я делать буду теперь? Сейчас я развела раствор Привикура. Я смочу посильнее сверху этот, ну как всю поверхность. Замечу сразу, что полива общего вот этой земли не будет. Я смочу и понемножку начну спичкой туда заглублять на 1 сантиметр. Еще необычен этот способ тем, что сверху землю я присыпать не буду. Я не буду никак не загребать, никакую не присыпку, ничего. Просто заглубив спичкой на сантиметр, 1,5 сантиметра, я опять же пролью сейчас бороздки вот эти, именно те места, где у меня семена. И все, этого будет достаточно. Семена взойдут очень быстро, дружно и в один день. Потому что у них будет единый день посева, независимо от того, что некоторые разложили еще 3 дня назад, а некоторые я вот сегодня несколько штук доложила. Все, пошла смачивать. Это раскладывать семена долго. Дальше все очень-очень быстро проходит. Я вот спичкой или вот этой палочкой... Ой, сейчас, подождите. Где у меня палочка? Видно, так вот. Видите, на какое расстояние? Как раз 1,5 сантиметра. Заглубляю туда. Все. И вот так иду по ряду. Раз. Вот эти дырочки уже, где я заглубила. Потом эти же... Ой, надо в другую руку взять. Потом эти же дырочки... Я еще раз прохожусь, поливаю вода с Привикуром. И они во время полива закрываются. Но если они закрылись, можно маленько спичкой подтолкнуть. Все, и вот в таком же виде он как был, эта решеточка, она так и остается. Способ, конечно, очень такой, как не очень быстрый, но иногда он выручает, потому что не только 100, даже 50-60 сортов одновременно посеять и как-то их распределить, чтобы потом знать, где что лежит, очень сложно. А вот это очень хорошо. Я забыла сказать, что я вот так рядами, они у меня переписаны. Раз, 14, следующие 14 группами, потом 14. У каждого свой номер. И потом, глядя в тетрадь, я начну пикировать их рано. Как только 2 семидольки раскроются, начнет показываться маленький настоящий листик. Я их все разложу по отдельным стаканчикам. Ну, будут они, короче, в этом лотке не больше 10 дней. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я показала самый такой необычный способ посева семян томатов. Ну, в принципе, не обязательно томатов, можно и перцев, и баклажанов. Но это нужно только тому, кто выращивает по много сортов и разных. Все.